Мы едем. О, там ферма! Привет, коровка! Интересно, что ты ешь? Что бы я ела, будь я коровой? Хочу ли я быть коровой? А! Наверное, они милые. Нина, ты хочешь в туалет? Нет, не хочу, мам. Хорошо, скажешь, когда захочешь. Если бы я была коровой, как бы меня звали? Милашкой Ниной? Коровкой Ниной? Ой-ой. Кажется, я все-таки хочу в туалет. Мам, я хочу... Один момент, милая. Так, здесь... Мам, ну мне очень-очень надо. Я не могу терпеть. Туалет вон там. Идем. Повернись боком. Пригнись ниже, вперед. Эй, куда спешишь? Нина хочет в туалет. Очень-очень. Я только что там был. Идем, Нина. Мне кажется, я сейчас... Ну, теперь я уже не могу терпеть. Привет, милая. Бабушка! Я отведу ее в туалет. Я даже не знаю, как вы преодолеете этот завал. Сейчас. Мама, Нина. Туалет в той стороне! Вот, Нина, туалет. Спасибо, бабушка. Больше такого никогда не случится. Теперь мне понятно, терпеть неприятно.